Поэтому мы вносим наше положение пункту 2.4. На территории города Балаково каждому человеку после смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, а также предоставление территории кладбища бесплатного участка земли размером 2,2 метра на 1,6 метра для осуществления погребения. То есть данным, как бы, этим решением мы закрываем требования прокуратуры. Аналогичные других регионах, городах? Практически так. То есть и Ульян смотрели, и Энди смотрели, и Пугачев смотрели. Вот те размеры, которые у нас есть, у нас даже получается еще чуть-чуть больше, потому что это 2,2,1,6, где у нас как бы оградка, еще полуметра и 1 метр между оградками получается. То есть если говорить о санпинах, это должно быть 5,5 квадратных метров. Мы это выдерживаем. А 2,2 на 1,6 это не уходит. 5,5 мы выдерживаем. Вот, саму могилу мы делаем 2 метра 0,8 метров. 2 метра длиной 0,8 метров. А площадку 2,2 1,6. 3,6 метра. И еще по полметра по краю.